Добрый день, Валентина Эдуардовна. Я как раз-таки вот очень люблю, когда встречаюсь с кем-то, всегда как художник показать свои картины. Ну, вы понимаете, да? И вот сейчас я вот как раз думал, какую картину поставить. Поставил вот это тот самый сокровенный момент, когда Христос на кресте вопиел. Боже мой, для чего ты оставил меня? Вот я почему это поставил, я почему подумал, потому что, я не знаю, видно ее там, нет? Видно очень хорошо. Потому что мир сегодня рушится, мир сегодня рушится. У меня есть друзья и православные, у меня есть друзья и католики, у меня друзья буддисты, представители иудаизма, представители мусульманства. Да, очень много друзей, потому что наша школа «Человек будущего» как раз-таки там участники из многих стран мира, но мы вместе все пытаемся создавать науку человечности. Потому что вот религия оказалась вот и пересолилась между собой, хотя основатели говорят об одном и том же, чтобы человек был человеком. Вот это самое главное. Так получилось, что эти понятия такие расплывчатые, и пока вот веками транслировались, то их последователи получилось. Традиции остались, а смысл идеи вылучился. Форма только осталась. Вот поэтому, поскольку наука всегда, научно-технический прогресс идет впереди гуманизма, развития гуманизма в человеке, поэтому мы подумали, ну, я подумал, и со мной согласились, потому что я старше по возрасту, со мной согласились, что действительно нужно науку человечности создавать. Независимо от того, какой человек, национальности, географической принадлежности, какие у него вкусы, какой он приверженцы какого стиля, так сказать, понимания мировоззрения там и так далее. В общем, независимо ни от чего, как таблица умножения 2×2=4, это доступно школьнику, министру, таксисту, штангисту, шахматисту. И сам процесс создания этой науки человечности генерировал бы в человеке актуальность человеческих качеств, поскольку я лично убежден, что только доброта спасет мир. Хотя Достоевский говорил, красота спасет мир, но на красоту, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, а доброта – это всем понятно. Сопереживание, любовь, сочувствие, чувство бесценности живого, готовность к сотрудничеству, любовь, творчество, счастье быть собой – это очень важно, чтобы человек был собой. И высшее счастье – это совместно, когда группа людей, например, так устроена между собой, а лучше, если это еще общество, когда все остаются сами собой по природе, как им предназначено генетикой, открывают свои таланты и способности, и по своим, так сказать, с любовью к работе своей делятся полезностью. Ну, так было бы хорошо, а я вот к вам обратился именно поэтому, потому что я посмотрел, у вас очень интересный доклад там был, я очень заинтересовался, потому что сегодня мир такой неопределенный, а всякие авантюристы в этой неопределенности наиболее активные, они могут захватить и повести народ не в ту сторону, потому что так бывает во всех временах, и в Китае говорили даже, жить бы тебе не во время перемен или во время перемен. Ну, как вам мое начало, так сказать? Я хочу сказать, что наша школа «Человек будущего», мы пытаемся понять русло эволюции. И на стенах нашей школы, и ВКонтакте, и в Фейсбуке написано, что для сохранения мира и разума на планете – для творческого долголетия и озарения по заказу. То есть мы занимаемся технологиями, которые помогают человеку сегодня развивать у себя качества, которые ожидаются в русле эволюционного развития человека через 1000 лет, например.
что он должен в любой момент в условиях неопределенности на уровне скорости инстинктов тут же вырабатывать такие неординарные решения, которые помогают ему быстро адаптироваться к изменяющихся условиях. Вот это то, чем мы занимаемся. А теперь, пожалуйста, скажите, как вы думаете, вот это все, есть там какое-то надмирное правительство или это бардак в головах людей, это неопределенность? Как раз на стадии перехода к освоению высших из форм энергии, энергии стресса, и когда вот цифровизация началась, потому что раньше, например, валун катили сосед к соседу за услуги, потом стала монета, а потом цифра. Ну, естественно, век компьютеризации, цифровизация закономерна. Но кто как этим воспользовался, вот в этой неопределенности, при переходе от реальности к виртуальной реальности? Потому что я знаю, что всегда идет попытка согласовать дух и материю. Ну, я психофизиолог, я занимаюсь как специалист именно взаимоотношениями психических процессов и физиологических процессов. Это на этом уровне дух и материя. И в обществе так все время идет согласование. А Россия у нас все время качается между западными и восточными доминантами, можно так сказать. Там первичные на Востоке духовные ценности, внутренние свободы. Это вечность, это жизнесбережение и прочее. А на Западе первичные материальные ценности. И все время идет процесс поиска новых форм согласования в каждом веке. Вот можно вам этот вопрос задать более конкретный? Как вы думаете, на самом деле надмирное правительство существует? Ну, во-первых, здравствуйте, Хасей Магомедович, да, и наша уважаемая аудитория. Значит, вопрос такой... На поверхности, на самом деле, лежит с одной стороны, а с другой стороны тут вопрос тоже терминов, что мы называем мировым, или как вы его назвали, надмирным правительством. Да? Ну, правительство от слова править, управление, да, и, но все его так себе воображают примерно как правительство в странах. Да? Вот, да. Там какой-то президент один, или, если мы говорим о каких-то сохранившихся монархиях, да, какой-нибудь монарх, какой-нибудь там орган по типу парламента, министерства и так далее, да. Вот мы давайте просто проанализируем, да, и не будем ничего изобретать, а посмотрим, что на сегодняшний день происходит. Да? Вот на сегодняшний день у нас в стране на передний план вышло такое ведомство, как Роспотребнадзор, например, да. Но мы одновременно с этим видим и Минздрав, да, более всего они сегодня играют наиболее такую яркую роль, им даже указом президента даны какие-то особые полномочия и так далее, да, в конце 2020 года был подписан документ соответствующий. Но мы аналогичную ситуацию видим и с ВОЗ в стране, да, Всемирной организации здравоохранения в мире. То есть то же самое происходит на мировом уровне, на глобальном уровне. ВОЗ на сегодняшний день уже имеет достаточно яркую роль, такую, которую мы не видели доселе. Вот был как бы международный орган, да, и был в себе. А тут вдруг ВОЗ начинает получать особые полномочия. Вот только что закончилась специальная сессия Ассамблеи здравоохранения, Ассамблеи здоровья мировая, да, которая собралась именно для того, чтобы наделить ВОЗ и смежные организации дополнительными полномочиями, подписав, вот подготовив пандемическое соглашение. Все к его подписанию готово. К самому соглашению подготовлено огромное количество документов, как это обычно бывает. И вот вам один из примеров. Да? У нас есть ООН, Организация Объединенных Наций, да? С огромным количеством комитетов и подкомитетов. И ВОЗ является автономной, но как бы структурной единицей, в любом случае, этой всемирной организации. Есть у нас всемирные организации, такие как, например, CFR, Council on Foreign Relations. Да? Это фактически Министерство иностранных дел
глобального уровня, которые тоже задают определенный тон. И я всегда очень внимательно анализирую публикации, и вот я подписана на их брифинги, да, то есть это вот такие короткие доклады ежедневные, да, или какие-то еженедельные, в зависимости от экстренности или неэкстренности ситуации. И никогда еще не было такого, чтобы они, сделав какой-то акцент, чтобы это немедленно не воплотилось тут же в, так сказать, в политику, в геополитическую структуру или в политику стран. Да? И вот таких примеров великое множество. Да? Мы видим, что все, например, то, что сейчас происходит, происходит достаточно синхронно. И это мы тут с вами обсудили только то, что лежит на поверхности, да? То, что мы видим. И кто-то же, ну, точно абсолютно не представители стран рулят этими процессами, потому что даже если мы возьмем тот же самый ВОЗ, то финансирование ВОЗ преимущественно, да, это можно увидеть на их сайте, зайдя на их сайт, осуществляется не странами, а такими подразделениями, как фонд Билла и Мелинды Гейтс, например, да. Извините, вот на самом деле может быть такое вообще, что вот там у кого-то, там есть желание сократить человечество, и все это придумано для этого. Или это глупость? Нет, ну давайте опять мы будем исходить тоже из простой логики. На сегодняшний день, вот я начала говорить, да, что фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует ВОЗ. Да? А кто финансирует фонд Билла и Мелинды Гейтс? Да? Они же живут не только с денег, которые Билл как бы заработал в Microsoft и вложил их в этот фонд. Да? Их финансирует фонд Рокфеллеров, например. Да? Он является одним из крупнейших доноров. И это тоже можно проверить на сайте фонда Билла и Мелинды Гейтс. А кто у нас такие Рокфеллеры? Это банкиры, это люди, возглавляющие транскорпорации. И они тоже не являются единственными. Да? Это просто один из наиболее ярких и известных примеров, да, который просто отслеживать. Вот я недавно откопала еще одного тоже представителя фонда, у него PAX Foundation, PAX Sapiens Foundation и фонд «Земли одного будущего» или «Будущее одной земли», там можно играть словами, Марсель Арсено, да, он тоже вкладывает колоссальные деньги во все эти процессы. Вот они, я сейчас вот их прям процитирую, как они говорят, да, они говорят, что для них важна целесообразность, они все хотят, чтобы было, они, так сказать, исповедуют эмпирический подход. Вот вы говорили о доброте, о человечности, о гуманности, да, ну, вот, гуманность, человечность одно и то же. А они, для них принципиально эмпиричность подхода, целесообразность. Это что такое? Эмпирический подход – это когда все просчитано, да, и они говорят о том, что их волнует, что да, как бы люди – это люди, но они не могут себе позволить такую роскошь быть гуманными. Ну, с какой точки зрения, с какой точки зрения просчитано, с какой точки зрения просчитано? Именно финансово, именно экономически, именно с точки зрения вот, воздействия на окружающую среду, как им кажется, да? А то есть экология, точки... да? Экология, да? Не только экологии, но, вы знаете, так, если анализировать их выступления, да, если анализировать их вот эти вот экологические работы, они, конечно же, прежде всего являются прикрытием, да, прикрытием, таким экскьюзом, как говорят, да, оправданием для, в общем-то, вот чисто экономических и финансовых интересов. И для них очень важно, чтобы количество населения стало вполне управляемым. Они, собственно, этого не скрывают. Вот выступил принц Уильям буквально на днях. А можно, извините, можно я один вопрос сразу по ходу, да? Они полагают, что люди по своей природе плохие, да? Нет, они просто полагают, что каждый человек расходует огромное количество ресурсов, это раз. Это первый момент. Второй момент, они считают, вот я упомянула Марселя Арсено, да, он говорит о том, что для того, чтобы достичь мира, вот у него его, так сказать, направленность очень, на первый взгляд, важная, да, это восстановить мир во всем мире, мир без войн. Звучит замечательно, правда? Хорошо, хорошо. Но
Да, но дальше мы слушаем его и читаем их доклады, читаем их разработки, планы по тому, как они собираются восстанавливать мир, да. И они достаточно открыто говорят о том, что роль мужчин, она такая очень, как сказать, жесткая, да. Большое количество мужчин — это всегда риск войны. Они говорят о том, что большое количество населения — это всегда риск войны, это большая конкуренция, большие амбиции и так далее. Они говорят о том, что страны, существование стран — это риск войны, значит, страны должны быть как таковые элиминированы, да, уничтожены и переведены под единое глобальное управление. Они об этом прямо говорят, да. Вопрос, извините, вопрос. Допустим так, нет границ, все переведено под некое управление, регуляцию. А кто будет регулировать? Но они берут на себя эту роль. А кто им дал такое право? Я имею в виду, Конечно. они не своей целесообразностью не думают, вдруг они где-то ошибутся, и вся планета пойдет не туда. То есть. Вот здесь, как сказать, они включают, во всяком случае, они нам так говорят, да, что они полагаются на роль искусственного интеллекта, поэтому опять вот выходит этот термин «эмпирический», да, «эмпирический подход», что компьютерные модели, просчитанные модели подскажут им, как безошибочно выстроить вот эту новую модель мира. И как вот, опять же, цитирую этого Марселя Арсено, они вначале начинают с одной страны, потом повторяют этот опыт многократно, если он успешный, они его экстраполируют на остальные страны, да. Вот возвращаясь к сокращению, да, принц Уильям выступил вот сейчас на мероприятии по поводу защиты дикой природы и сказал, что единственное, что угрожает замечательной дикой природе Африки, это коренное население. Вот я прям цитирую его дословно. Вот Марина Леонидовна Альпидовская сделала замечательное видео по этому поводу. Экономист она, доктор экономических наук, прекрасный разбор можно найти, посмотреть, вот именно по поводу этого выступления, естественно, с цитатами из его выступления, да и сами вы можете его найти. То есть мы здесь ничего сейчас не фантазируем, да, мы оперируем сугубо фактами и их собственными утверждениями. Вот и у меня вопрос. Я врач. И мне непонятно то, что сегодня происходит, потому что я не за вакцинацию и не против вакцинации. Конечно, вакцинация – это хорошо, но при условии проверенности вакцин, и не только в действии, но и в последействии. В этом смысле я очень осторожный человек. Не вреди – это первая заповедь Гиппократа. Я давал эту клятву Гиппократа, мединститут кончал. И мне сегодня непонятно, если они хотят действительно оказать людям целесообразно, включая там искусственный интеллект, там такие вот глобальные проблемы, почему это происходит, когда сейчас происходит такое прямо как наваждение непроверенными делами, почему вмешивается в управление, в медицину, когда там врачи должны управлять, а не какие-то искусственные интеллекты. То есть, вот мне это непонятно. Я ни за, ни против, у каждого свой выбор. Я просто сказал свою точку зрения. Я надеюсь, канал мне не закроют, потому что мы хотим только как лучше, чтобы у человека было понимание, потому что я в этом отношении выбрал такую позицию. Повышать иммунитет и повышать эмоциональную устойчивость, психологическую стабильность, чтобы человек мог в любых ситуациях неопределенности быстро ориентироваться на уровне инстинктов, даже чувствовать. У нас есть технологии, не просто теория. Повышать иммунитет, потому что по природе, вот я был профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития образования. Я считаю, что именно здоровье сбережения связано, если говорить о здоровье, именно связано с развитием как раз-таки укреплять нервную систему, помогать людям находить свой талант, развиваться в любимом деле. Тогда повышаются эндорфинные мощности и так далее. А эндорфинные мощности – это вообще целебные процессы.
холистической, так сказать, целостной организации психических, физиологических процессов. Это то, что делает человека здоровым. И вот медики, допустим, говорят, надо вот так вот. И в этот момент не медики решают вопрос, а кто-то другой решает вопрос. Вот это мне непонятно. Как вы думаете, от чего это происходит? Сейчас, извините, ради бога. И вопрос сложный такой. И позвони. Алло. Доброе утро. Да, доброе утро. Пожалуйста, через полчаса. У меня постоянно больные звонят, я помогаю. Кто-то в коронавирусном состоянии, так называемом. Полагаю, может быть, это химическое отравление какое-то, может быть, еще. Может, это совокупность факторов. Плюс вот этот пресс, плюс эмоциональный пресс. Я настолько хорошо знаю, что как люди внушаемые. Вот когда у меня операцию сделали на шее, я плохо ходил, я стал себе внушать невольно. Что я вообще ходить не смогу и так далее. И стал грузиться этим на самом деле. И хуже ходил, хуже, пока я не понял. Пока я сам себе не сказал, что я себя накручиваю. И вышел. Я теперь работаю и так далее. А ведь не все знают такую простую вещь. Каждый человек думает, что он невнушаемый. Он думает, да, он невнушаемый, он такой непробиваемый. Да, все время повторяет одни и те же слова, которые кто-то говорит там и так далее. Голосует так вот и прочее. Ну, у нас такая система. Нас же с детства учили на основе подражания, на рефлексе подражания. Сиди ровно там, девочки, не плачь. Или мальчику, не плачь, ты мальчик, тебе плакать нехорошо. И вот у него стресс разрывной такой, ему хочется пар выпустить, прослезиться. А ему говорят, а ты настройся на позитивное мышление, возьми себя в руки. Ну, его взрывает, у него инфаркт и так далее. То есть, это, ну, я очень многих людей вытащил из этого ковидного состояния. Просто потому, что я им дал прием. Я говорю, переживайте, будьте как дети. Потому что даже взрослые мужики, когда они болеют чем-то, они становятся капризными, они становятся ворчливыми. Почему? Потому что мозг переходит на менее энергозатратный режим. Он становится ребенком. А ребенку все позволено. Плакать хочется, плачет. Ножкой хочет, дергает. Капризничать хочет. Я говорю, давай капризничай. Побудь 2-3-5 минут ребенком. Побудь. И даю ему там несколько таких приемов, что надо сделать. И он, когда побыл ребенком, побыл самим собой в этом положении. И когда он побыл самим собой, когда он... Вот только свободой можно восстанавливаться. Когда он побыл самим собой, вдруг он говорит, ой, как-то мне легко стало. А чего это происходит? Я же, говорит, ничего особого не сделал. Ну, это очень интересно. Я вам покажу эти ролики у нас. У нас, кстати, будет... В воскресенье в 8 часов вечера ликбез бесплатный для родителей и детей, чтобы дети не залипали в смартфоны и в компьютеры. Потому что неизвестно, родители волнуются, неизвестно, чем они там занимаются. Потому что сейчас грузят и грузят всякими мультиками, тоже не очень такими правильными. Да, ну извините, я вас перебил. Просто я пользуюсь моментом, пытаюсь сразу все рассказать, чем мы занимаемся. Ну, извините, я еще раз, да, я внимательно слушаю. Нет, это все очень интересно и важно. Оно действительно имеет непосредственное отношение к происходящему, потому что мы говорили вот о том, что на самом деле, что вот происходит, почему не врачи, да, ваш вопрос был, управляют, так сказать, казалось бы, медицинским вопросом, ну, потому что он не является медицинским, да, и мы сейчас не будем погружаться. Я тоже врач, да, по образованию, и но у меня опыт международный, и он у меня не только в сфере медицины, поэтому... Скажите, пожалуйста, я-то знаю, я же посмотрел, а аудитория наша еще пока не знает, поэтому скажите вот два слова, что вы работали и там, вот, да. Я закончила наш Санкт-Петербургский университет.
медицинский университет. Тогда еще это была академия, вот как раз только прошли аттестацию с института в академию, еще помнят люди в Советском Союзе, это все были мединституты, а теперь это университет. Потом я работала почти 20 лет в США, возглавляла 15 лет медицинский оздоровительный центр реабилитационный, ну, он включал в себя реабилитационную программу и специальную медицинскую программу, где мы проводили, да, там всегда есть, когда начинаешь говорить какие-то правильные и опасные вещи, да, люди, которые пытаются дискредитировать, да, пытались там ходить и рассказывать, что это клуб по интересам. Нет, конечно, это была очень серьезная медицинская программа, достаточно посмотреть RCWs, это и ВЭКи, это регуляторные коды штата Вашингтон, в котором находился этот центр. У нас было вот два центра в городе Белвью, в городе Рэндон, который я возглавляла оба. И у нас было 9 госконтрактов, поэтому мне приходилось, в общем, пришлось стать специалистом и в законодательном вопросе, и в юридических аспектах. Я входила в рабочую группу, когда переписывали вот эти вот самые законодательные коды, которые регулировали вот эти программы по штату Вашингтон. Мне приходилось и, так сказать, штудировать вот эти планы, которые мы готовили для пациентов. Да? Большим аспектом была эта дифференциальная именно диагностика для того, чтобы... Потому что мы находили, выявляли буквально медицинские ошибки, сделанные врачами. Да? И вот, как пример, могу привести один таких, кое из наиболее ярких, но далеко не единственных, их было много, когда пациентки ставили панические атаки, да, и никак не могли решить вопрос, да, и я ей сказала: вы знаете, вам просто нужно пойти к хорошему эндокринологу, проверить щитовидную железу. И в Америке же не так просто получить направление к эндокринологу, да, я категорически не хотела и спорила, что нет, это панические атаки. В общем, наша функция, да, мы перевели ее к другому врачу, она получила второе мнение, сходила к эндокринологу, действительно оказался токсический зоб. И как только ее отрегулировали вот гормонально, все так называемые панические атаки прошли. Поэтому я... это один из многих примеров. Да? Я, когда говорю вот о текущей ситуации, я тоже исхожу вот из большого аналитического опыта именно вот с точки зрения дифференциальной диагностики. Ну и помимо всего прочего, я входила в различные советы директоров, в различные. Я была 2 срока членом комиссии по искусству и культуре в городе Белвью. Это как раз вот, где находится Microsoft и фонд Билла и Мелинды Гейтс, да, и как они называли этот город, будущая столица мира. Кстати, к вопросу о мировом, там, глобальных мировых процессах, да, все как бы, в каждой шутке есть доля шутки, правда? И таких, в общем, по возвращении я взаимодействовала и с политической партией в России, да, ПВО, эта партия Великое Отечество была, и с врачами без границ, и с другими международными организациями. Поэтому у меня тоже довольно большой международный опыт именно взаимодействия с этими крупными структурами. Мне довелось консультировать крупные и российские ведомства, и компании по как раз вопросам международных договоров и прочего. Поэтому, в общем, у меня в этом смысле достаточно такой большой широкий опыт и, естественно, вот прежде всего аналитический. Вот опираясь на ваш опыт, интуитивно, как вам кажется, как бы нам так поступить, как врачам, как бы нам так поступить, чтобы детишек хотя бы не трогали сейчас непроверенными экспериментальными делами, потому что вот это наваждение, когда говорят о добровольности, и в то же время получается, что не добровольно, детей надо как-то... защитить. Да. Смотрите, Хасан Магомедович, давайте вот мы все-таки, вот есть такое английское выражение, the truth will set you free. Истина освободит тебя, да, вот мы говорим о свободе, это очень важный аспект, да, но
для того, чтобы быть свободным, помимо, да, вот, так сказать, освобождения эмоционального, психопрактик различных и так далее, нам еще нужно иметь и более-менее внятную картину мира. Да? И вот вы спросили, почему сейчас не врачи рулят процессами, вернусь все-таки к этому вопросу, да, а политики, получается. Потому что это политическая история, конечно же. Потому что не бывает так, что человечество живет, 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 и вдруг раз, и на него напали инопланетяне. А у нас сейчас такая ситуация, да? И вот бегают не в шапочках из фольги, а в масочках. Потому что почему-то взяли и поверили, что это так. И доводом приводит, что люди же болеют. Ну, конечно же, люди болеют. И потому что, как вы правильно сказали, люди внушаемые. И потому что сегодня, да, не скрываясь, обрабатывают какой-то жесткой химией все, что только можно и нельзя обработать. И детские площадки вот теперь, и подъезды, и магазины, и так далее. Да? И потому что непонятно, что там сыпется с неба, да, потому что нам то облака разгоняют, то, значит, погоду создают, то еще что-то такое, чем мы дышим, неизвестно, да, я уж не говорю там про то, что в продуктах, в еде, и, естественно, вот этот вот фактор давления, стресса колоссального, да, вот эти различные символы в виде тех же самых масок, это все не может не отражаться на людях. И вот, кстати говоря, мы с вами это обсуждали на детях, да, потому что это, помимо того, что нам надо их защитить вот с точки зрения укализации, неизвестно чем, нам нужно еще думать и о том, что мы будем делать с их психическим здоровьем, да, потому что они сейчас очень пострадали, причем всех возрастных групп. И вот как нам защитить? Нам в первую очередь нужно разобраться и понять, что происходит на самом деле сейчас. Да? У меня есть телеграм-канал «Всеведа», да, и я там публикую много разборов как раз о том, чем на самом деле люди болеют, почему нам это важно. Почему нам важно провести дифференциальную диагностику и каждому поставить правильный диагноз, а не вот этот вот вымышленный, да? Которые нам предлагают. А потому что, во-первых, нам нужно правильно этих людей лечить. Вы, как врач, знаете, что от правильности постановки диагноза будет зависеть... А вы можете свой телеграм-канал сказать, чтобы вот желающие наши вот участники школы, они могли бы там посмотреть ваши материалы? Да-да, он называется «Всеведа», но я вам дам потом ссылку, вы сможете разместить ее под видео. Нам важно правильно диагностировать, чтобы правильно лечить. А еще для того, чтобы понять, если мы правильно ставим диагноз, то нам проще обнаружить источник, да, причину заболевания. А если мы ее обнаруживаем, то мы можем вполне обнаружить, что производятся какие-то преступные действия. Да? И без этого мы не сможем понять и разобраться, так сказать, а кто виноват вообще, откуда ноги растут, да? Что происходит на самом деле. И призывать, так сказать, к ответу виновников для того, чтобы дальше не распространялась вот эта вот ложная информация. И когда у нас будет ясное понимание того, чем на самом деле люди болеют, вопрос вот этой укализации условной, он пойдет сам собой. Потому что даже вот мы не будем сейчас погружаться вот в теорию заражения Пастера, да, против теории Бешана, у которого Пастер украл свои, так сказать, разработки и все перевернул с ног на голову. Это отдельная история, да, для отдельного, может быть, эфира мы как-нибудь с вами, дай бог, посвятим этому время. Но даже если мы говорим с точки зрения классической иммунологии, да, и с точки зрения классической вакцинации, мы признаем, да, вот, что есть такая вещь, как вакцинация. На сегодняшний день у нас нет того, что можно назвать вакцинами. Просто нет, потому что все препараты в мире до единого проходят стадии клинических испытаний. Я напомню нашим коллегам, прежде всего, да, но и нашим уважаемым зрителям вот, не медицинского, так сказать, бэкграунда, что у нас любая вакцина должна пройти 4 стадии клинических испытаний. Да-да-да, я, конечно, я поэтому обеспокоен. Да, 4 стадии. Она идет официально, и вы можете обнаружить эту информацию на сайтах и Гамалеи института, да, и Минздрава, и Роспотребнадзора. У нас идет еще только вторая, третья стадии. Да? Вот здесь очень важный острый вопрос, потому что объявляют, допустим, что сейчас какое-то положение,
чрезвычайное или такое. Разве можно сократить сроки испытаний? Вот это мне непонятно. Нет, абсолютно, совершенно нельзя. Более того, опасно, вот мы уже сейчас видим последствия, еще даже не отложенные, да, и мы уже видим, я просто напомню, как это было раньше, когда там 4, 5, 6 человек давали такие серьезные осложнения, как те же самые кардиомиопатии, да, гиперкинезии, то, что мы наблюдаем, тромбообразование и так далее, немедленно прекращались клинические испытания на людях. Все возвращалось в стадию исследований животных и дорабатывали. Да? Все, вопрос снимался с повестки дня. Он просто снимался. Мы видим сегодня такое количество осложнений. Да? Мы видим, да, я даже не знаю, можно ли назвать это осложнением, потому что мы вообще не знаем, что мы имеем на самом деле. Да? И как это можно называть, если сам возбудитель-то выделен не был? На основании чего все это было произведено, да? Смоделировали вроде бы на компьютере, да? Ну, вы же понимаете, что это абсурд. Мы с вами все-таки люди, владеющие, все-таки хороший врач, он всегда владеет фундаментальными знаниями. Тут есть еще такой вопрос, что у ряда людей есть близкие знакомые, которые действительно болели ковидом. И ко мне все время ковидные больные обращаются. Но я все время разбираюсь, ковидное или не ковидное. Потому что, там такая смесь состояния. И почему они все выходят, когда мы с ними делаем, переживая, о чем переживается на фоне автоколебаний. И он сидит, вот переживает, о чем переживается на фоне автоколебаний по зеленой так называемой зоне. Это алгоритм такой специальный. И он потом говорит, ой, слушай, у меня проходит все. Вот как да. Это интересно, да? Очень интересно, правда? Да. Это об этом нам говорит. Но мы, как врачи, обязаны еще спросить, а где у нас нозологическая форма заболевания? Где? Где у нас специфические признаки заболевания, по которым мы можем дифференциально диагностировать этот диагноз от других? У нас нет ни одного специфического признака. А то, что называется ПЦР-тестированием, оно тестированием не является. Это ПЦР-метод, и автор, создатель этого метода, Керри Мулис, который тоже удивительным образом в расцвете сил вдруг уходит из жизни в 2019 году, накануне всех событий, буквально вот накануне своей смерти проводит пресс-конференцию, потому что этот метод применялся для ВИЧ-тестирования, да, и говорит о том, что это преступно. Нобелевский лауреат, он говорит, это преступно применять его для диагностики, он не является диагностическим, вы не можете это делать, это обман и ложь. Ну, прямо сам сказал вот так, да? Да, он сам сказал, есть видео, его можно найти. И, кстати, я у себя на канале тоже публиковала, и оно очень широко гуляло, найти в сетях несложно. А да? Вот еще, знаете, еще мне интересно, очень интересно. Вот наше сообщество, так называемое, врачей. Почему так получается? Я вот несколько месяцев пытаюсь к ним простучаться, чтобы мы сделали вот такую передачу, такую, ну вот так вот, порассуждать. Ведь о них все время, их видно там на разных СМИ, масс-медиа видно, что они постоянно выступают. Там и Редько профессор, и Шихомлинский, по-моему, профессор. Потом еще вот профессор Гундарев, ну, много. Я вот с Гундаревым договорился, что мы встретимся, поговорим. Он говорит, ой, это ты, я давно про тебя читал, я знаю, давай, ты молодец и так далее. И вот полгода прошло, а его нету. Он все время там занимается чем-то. Я ему говорю, слушай, у нас школа, человек будущего. У нас и люди разного возраста, и у нас и очень мудрого возраста люди, и подростки у нас. Это очень нужно людям. Давай поговорим. Вот единственная Мария Шукшина, которой я не достучался, она не видит меня и не знает про меня. Все остальные, я им писал, я им звонил. Почему-то они не выходят на разговор. Вот мне непонятно. Если они говорят, все говорят, давайте совместно решать вопросы. Давайте совместно решать. И уходят от разговора. Вот это почему? Они что,
Вот я не понимаю вот этого. Почему это происходит? Я не могу за них ответить вам, к сожалению. Ну, хорошо, хорошо. Я потом Гудерову скажу. Я скажу, Игорь, вы знаете, я так рассчитывал на вас. Полгода вы мне обещали, что мы сделаем встречу. Я всем пообещал, там в школе, там 65 тысяч подписчиков. Я пообещал, я человек взрослый уже, ответственный. И вот когда вот так происходит, непонятно. Мне непонятно, потому что есть задачи, решить которые возможно только общими силами. Вот я, например, сделал, у меня есть книжка, называется «Национальная идея России. Генератор будущего». Здесь написано, почему, по моему мнению, может, я ошибаюсь, но здесь написано, почему у нас так происходит, почему Россия все время переписывает свою историю заново, потому что она качается между ментальностями культур Запада и Востока, и, как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они им не сойтись, а я как раз пишу, что Россия именно может и быть согласующим звеном, может, будь то воля руководства. И как это сделать? Я знаю, как это сделать. Я тут написал, как это сделать. Как слезть с нефтяной иглы, я написал, как надо сделать международную платформу, чтобы... Ну, тут все написано. Я очень прошу, еще раз мы встретимся, если будет у вас возможность, мы это бы обсудили, чтобы все тоже знали. Потому что это издательство «Ридера» выпустило уже год почти. И никто не знает об этом. Ну, вот я сейчас еще раз пользуюсь моментом, всем говорю сейчас, что возьмите почитать, там все написано. И там есть еще такой тонкий момент про бюрократию. Дело в том, что даже самых лучших людей собрать, если это организуется какая-то организация, самых добрых, самых хороших, самых прекрасных, вот выдвинули мы во властные структуры, имеется в виду, они управляют процессом. А там наступает уже другая логика процессов. То есть он как человек-то хороший, но в ситуации, вот в той, в которой он находится, она сама по структуре такое, она вылучивает из него хорошесть, и он вынужден быть, вот как сейчас вы сказали, целесообразным. А я называю это цинизмом, то есть циничным. Именно так, целесообразно в данном случае это цинизм. И вот этот вопрос очень важный, как же нам в обществе решить этот вопрос. Самые лучшие периоды были в социализме тоже. В социализме были и в капитализме тоже. Вот есть лучшие периоды. Нельзя сказать, капитализм лучше или социализм лучше, потому что сам Ленин говорил, что активным людям надо дать возможность проявляться. НЭП он тогда создавал. Но потом сказал, что образования не хватило у людей, и поэтому закрыли. На самом деле там общественная была активность и частная собственность, создать союз между ними, пока не удалось. Ну, конечно, сейчас и социализм возвращать в том виде, у него же разные тоже периоды были, и хорошие, и плохие, и так далее. Но не будем сейчас об этом. Просто я говорю о том, что, в принципе, можно подумать о том, как решать совместно всем человечеством глобальные проблемы человека и человечества. Здесь есть механизм, как это можно сделать. Единственное, вот этот момент остался, что делать с бюрократией. Потому что хочешь, не хочешь, появляется административное звено. А у него другие принципы. Я думаю, что мы на самом деле сейчас находимся на том этапе, когда происходит вот то самое освобождение, да, о котором мы говорили. И, с одной стороны, это очень такой тревожный и тяжелый момент, в который мы все попали, да, вот мы живем в эпоху перемен, да, как по китайскому проклятию. Вот. То сейчас происходит момент освобождения, да? Да. Я тоже это чувствую. Вот надо главное его сформулировать и удержать в правильном русле. Да, но вот мы давайте сейчас об этом немножко поговорим, если позволите. Я думаю, что вот это сейчас на самом деле, как всегда говорят, да, времена перемен и
в общем, слома, это и времена возможностей больших. Да. И при том, что сейчас вот кажется, что если мы смотрим изнутри этой парадигмы, да, причем не только вот этой вот навязанной глобалистской, да, идеи, да, по вот, приведению всего к тотальному контролю, да, не случайно же вот это присвоение еще кодов, там, номеров и так далее, это все части этой большой игры и картины, и людям кажется, что некуда бежать, нет выхода, да. Но прежде всего освобождение должно произойти внутреннее. Да, вот внутреннее. Нужно успокоиться, прийти в себя и посмотреть на ситуацию отстраненно, со стороны, да, и понять на самом деле, что мы на сегодняшний день находимся вот на таком перепутье, когда мы можем выбрать, да, пойти вслед за вот этой вот системой ужесточающейся, да, вот в этот виртуальный мир. Но это вопрос, есть желающие. Главное, есть. Это, поэтому это неизбежен этот процесс. Не потому, что так хотят вот эти злые глобалисты условные, а потому что есть люди, которые не видят в этом ничего дурного, и более того, им кажется, что это и есть естественный прогресс, естественный путь. И, как говорится, это их выбор, их право. И мы не имеем права, так сказать, им препятствовать, так же, как они не имеют права навязывать нам свою, да, парадигму. Мы не имеем права, мы не правы, вот вы. Это их выбор, пусть они туда идут. А мы должны для себя определиться, куда мы-то пойдем. Вот мы-то как видим этот завтрашний день. Вот у вас замечательная школа, да, с замечательным названием, да, и которая стоит на замечательной основе человечности. Вот я делала как-то доклад на круглом столе по цифровой школе о том вообще, кто такие эти люди, которые вот сейчас вот целесообразно выстраивают новое будущее. Вот если мы возьмем и рассмотрим их, да, и я подробно рассказывала с приведением там вот примеров, и ссылаясь на работы известных мировых психиатров вот с мировым именем, да, вот как у доктора Хэра книга, да, «Змеи в костюмах», да, он говорит о том, кто добивается вот этих вот высоченных уровней, как они их достигают. Это люди с целесообразным подходом, лишенные как раз всех вот этих гуманистических аспектов. То есть обычные психопаты. Да, это вот интересно, да, интересно. Коллеги, психиатра, да, который, проанализировав огромное количество вот таких вот людей вот этого высшего, так сказать, условной элиты, пришел к выводу именно профессионально. Он криминальный психотерапевт, более того, у него целая команда. Про Гитлера уже понятно, правда же? Вот это, да, психотерапевт. Это лишенные эмпатии, сочувствия, да, сострадания, да, и так, да, далее. Да. Между прочим, это их принцип «разделяй, властвуй». Да? Он же, собственно говоря, и тот самый иезуитский принцип, по большому счету. Да? Невозможно. Да, да, да. Мы говорим о том, что мы хотим видеть совершенно другое общество. И кто же мешает нам начать его выстраивать? Ну, как выстраивают обычно, да? Вот все хотят зайти... Вот я не согласна с вами, что элемент бюрократии, он неизбежен. Потому что я... Я не расслышал. Дурака что? Элемент бюрократии неизбежен. А, вот это интересный момент. Вот я хочу разобраться в этом. Вот это, да, интересно, да. Я думаю, что если мы зайдем правильно, да, я не сторонник вообще никакой идеологии, честно вам скажу. Я считаю, что идеология всегда так или иначе становится потом яблоком раздора. Да? Я как раз сторонник того, чтобы закладывать фундамент. Да? Фундамент — это нравственные ценности. И почему-то люди часто путают. Да, я тоже, я именно так. Поэтому наука человечества определяет понятие, что такое любовь, сопереживание и так далее. Все вместе определяем. Это, конечно, конечно, это вечные ценности, да. Да, но вот закладывая эти ценности, да, мы можем формулировать и будущее, да, что с нашей точки зрения наука. Не эта наука, которая сегодня ушла жестко в евгенику, да, и превратилась в какое-то чернокнижие абсолютное, да, ее уже наукой страшно называть, а наука, которая способствует
развитию человека, прежде всего его нравственному, духовному развитию, да, как раз помогает, да, соединению материального и духовного, да. Мы говорили с вами вот про образование, да, как мы видим свое, сформулировать, что такое образование, потому что образование, оно должно включать и здоровье человека. Здравоохранение не должно существовать отдельно от образования. Образование — это создание образа человека, а образ не может формироваться только вот на, так сказать, с точки зрения вот развития, да, умственного, духовного, пускай даже того же самого нравственного, без физического здоровья. В здоровом теле здоровый дух, все мы знаем. Значит, вот это вот должно идти бок о бок. Как мы себе это видим? Как мы хотим это в себе вот, так сказать, ну, структурировать, опять вот страшно свалиться в систему, да? Вот мне кажется, что если мы начнем просто даже понемногу фантазировать и воплощать эту фантазию. Вот. Я это понимаю. Я как раз вот в нашей школе как раз мы этим и занимаемся. Мы моделируем как раз, какие качества должны быть у человека будущего, независимо от космолетов, самолетов и прочее, в его эволюционном развитии. Так вот, вопрос один только возникает. Вот эти вот психопатические личности, которые умеют быстро собираться, почему нормальные люди не могут так собраться? Почему вот? Вот это очень интересный вопрос. Я не знаю. Это связано как раз с их ущербностью, да? У них не происходит вот этого, как сказать, то, чтобы они могут сплотиться для реализации каких-то задач, вот целей, да? Отсюда да. Целесообразность. Да. Сообразность цели. Они же не все время вместе, да? Они конкуренты, более того, очень часто. У них могут быть какие-то разногласия. Но они понимают, вот они ставят перед собой цель, да, цель, например, согнать людей в агломерации, да, чтобы сделать их управляемыми, контролируемыми, да, там какой-то свести до управляемого числа, да, людей. Значит, они будут эти цели реализовывать. Они могут расходиться в каких-то там других вопросах. Нет, да? Ну и нормальные люди тоже могут собираться, если у них единая цель. Они же тоже могут во имя общей цели вдохновляться, образ будущего, да, синергировать. Дело в том, что наши цели, как правило, да, у нас нет, во-первых, таких больших, как правило, целей, да. В принципе, по-хорошему, вот человек целостный все-таки, да, он всегда стремится к духовному саморазвитию. Если это вот вопрос, мне кажется, смысла жизни, да. Вот смысл существования человека на Земле. Вот сейчас все вцепились в эти уколы, все вцепились в свое тело, да. А смысл-то жизни, вот вы для чего здесь живете? Это важно, это важно. Я вас очень прошу, поскольку мы не можем бесконечно об этом говорить по техническим причинам, я вас очень прошу, убедительно. Давайте мы продолжим этот разговор. Мы как раз перешли к главному. О смысле жизни вообще. Давайте, потому что, поскольку мы занимаемся долголетием и омолаживанием, у нас в школе есть методики такие, но я задался там вопросом, для чего долгоживущий человек, если он не приносит себе и людям никакой пользы, если он не занимается самореализацией и саморазвитием. И вообще я полагаю, что выживание возможно только через развитие. Просто так вот восстанавливать людей. У нас есть люди, которые без рук и без ног, но делают мировые рекорды там под водой или с парашютом и так далее. Есть такие люди, участники нашей школы. И я там предложил такую вещь, вот если мы занимаемся восстановлением, не как в обычной клинике, реабилитация, а последняя стадия восстановления – это помочь человеку открыть его талант, если он не знает. Помочь ему открыть, и чтобы он начал уже генерировать полезность свою и любимым делом каким-то занимался. Чем этих любимых дел больше, тем больше точек опоры и так далее. То есть это будет более полная, целостная реабилитация. А не просто как раньше, реабилитационный центр. Пришли, массаж сделали, и он ушел. Нет, он должен прийти, массаж сделать, еще открыли таланты, способности. Вот мы так делаем. Наш подход такой более целостный. Сейчас я уже больные там звонят, я уже сейчас. Через 5 минут. Извините, пожалуйста, вот так постоянно, да?
Ну, я счастлив тем, что мы полезны, вот наша работа полезна. И на самом деле повышение и психоустойчивости, и иммунитета, и открытие талантов и способностей – это именно правильное русло направления. Если мы сможем с вами еще раз встретиться, у вас, если будет время, об этом я очень прошу вас, потому что мы сейчас к самой точке подошли, смысл жизни. Но я люблю очень Толстого, который говорил, смысл жизни в продолжении жизни на Земле. Я очень, вообще очень много выдающихся людей говорили правильные слова, но до нас они не всегда правильно доходят. Вот, да. Я вам очень благодарен, что вы отозвались. Кстати говоря, вот кому я обращался с предложением, давайте поговорить, вот из людей, которые этим занимаются, вот вы первые. Ну, я почти очень рада. Я очень рада нашему знакомству. Я с любыми людьми разговариваю. У меня там и военные, у меня там и художники, и писатели, и штангисты, и шахматисты, и чемпионы. Любой человек выходит ко мне для разговора. А вот в этом сообществе, именно врачей, которые поговорят на эту тему, которые сами говорят, давайте объединяться, не выходит. Вот вы единственное. Я вам очень благодарен. От лица всей нашей школы. Очень большое вам спасибо. Да. Хорошо, я вас очень надеюсь, когда вы мне скажете, когда вы сможете, мы еще раз поговорим, хорошо? Поговорим еще раз, да. Спасибо вам большое. А насчет картины я вам еще скажу, я же художник, должен сказать. Идея такая была. Я задумался, чем отличается спасатель от спасителя. Угу. Он отличается тем, что спасатель, он спасает ограниченное число людей. А спаситель всех. Замечательно сказано. Будем спасать, сколько сможем. Сколько сможем, чтобы стремиться к тому, чтобы спасать всех. До встречи. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До встречи обязательно. До встречи.